Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Выдалось у меня несколько вечерних часов, свободных от работы и от домашних дел. И решил я, недолго думая, вырваться на речку. Приехал сюда, а тут вот такая вот картина. Все протаяло. Вот. Но есть забереги, на которых я сейчас буду пробовать ловить рыбу. Сейчас достану ледобур, достану подводную камеру, пробурю несколько лунок, посмотрю, есть ли тут рыбка, и начну рыбачить. Тут можно даже буры не доставать. Лунки старые есть, и много их тут. У меня-то хорошее местечко было там, вон подальше. Надо попробовать забурить луночку. Хотя так лед толстый. Тут он все прососы. Какой толстый лед. Ледок толстый здесь. О, плавает сорожки тут. Достаточно крупные. Вон что, вообще мамки плавают. Можно даже подкормить. Вон какие хорошие плавают. Зачет. Вон какие. Хорошая рыба. Сейчас попробуем без прикорма. А потом, если что, закормим. Мормышечка, значит, у меня вот такая вот. Это новинка. Нимфошарик. Цвет машинное масло. Очень интересная мормышка. Очень похожа она на настоящую нимфочку. Как вы можете заметить, цвет слегка меняется в зависимости от освещения. В ультрафиолете мормышка тоже подсвечивается интересным таким цветом. Шарик заскакивает, получается, на тело тогда, когда рыбка клюет. Ну, в общем, классная мормышка, самодельная, моего собственного изготовления. Кивочек идет из нержавеечки, вот такой вот, тоже самодельный. И балалайка из карбона. Легкая, звонкая, классная удочка. Леска у меня здесь стоит, как вы можете заметить, 0117. Ну и дата намотки вот такая. Ну что, давайте начинать проверять лунки. Первая сороженка. Мелкая. Кунюк. Ну, в общем, рыбка что-то как-то особо-то и не клюет. Так что сейчас придется подкинуть немного сухарей. И если у меня немного мормыша, кормим лунки.
Луночки я закормил остатками прикорма. Сейчас поставлю мормышку поменьше. Тоже нимфошарик, но в другом весе. О, пойдет. Вот хороший размер. Это хороший размер уже. Все-таки соблазнилась она, но не крупная. Нет, это мелочь. Это мелочь. О, он пойдет. Мелкая. Опять мелкая. Че? Ой, говорю, как сидишь. Ну я закормил, сижу.
копать до 9, то ради бога. Ну ладно, не надо. О, у нас сколько рыбы. Там-то, да. Я в день даже стою. Ладно, не сиди там.
В общем, не получилось у меня посидеть в тишине и записать нормальное видео, такое, какое я хотел. Пришлось снимать всю рыбалку молча. И тем не менее, я думаю, что вам должна понравиться такая молчаливая рыбалка. Дело в том, что я пришел на лунки. Лунок были пробурено много разных. Народу не было никого. Вот. Ну, я эти лунки закормил, начал ловить. Рыбка начала потихоньку клевать. И пришли два вот этих вот мужика. О, что ты на наших лунках сидишь? Я говорю, так я как бы закормил. Вот и сфу, ловлю. Не стал, в общем, конфликтовать, махать лейдобуром и так далее. Просто отошел в сторонку и, как оказалось, не проглядывал. Сел на самую крайнюю, на самую дальнюю лунку. И начал периодически вытаскивать хорошую рыбу. Ну как хорошую? Хорошую для этой речки, для маленькой. В конечном итоге я половил плотвы. У меня клевали окуньки. У меня клюнула щука. Я ее вытащил. И потом был очень обидный сход очень крупной рыбы. То есть я подсек, я сначала подумал о том, что просто я зацепился. Но, как оказалось, зацеп немного поддался. И мы начали с ним бодаться. Поклевка была такая прям вообще прям бах вниз со всей дури. То есть я не знаю, поклевка по идее очень похожа на поклевку крупной плотвы. Вот. Ну может быть это было окунь, не знаю точно, теперь это уже никто не скажет. В любом случае рыбалка удалась. Ловил я сегодня на самодельной мормышке, ловил я сегодня на гвозди шарик, такой красный металлик, уловка Саши Зайцева. В общем, рыбка поклевала, и причем она поклевала только у меня одного. То есть это была моментальная карма. Они пришли, согнали меня с лунок, и в конечном итоге один поймал две рыбки, другой не поймал вообще ничего. Я сидел рядом и понужал. В общем, ледок практически на речке растаял, остались только закраины. Ну, в принципе, это самая лучшая рыбалка по закраинам. Не знаю, выберемся мы сюда еще снова или нет. Но в любом случае, эта рыбалочка мне понравилась. Я надеюсь, что она понравилась и вам тоже. У меня на этом все. Берегите себя. Увидимся с вами в следующих видео.